Ой. О, Миша, здорово. Здорово. Че, как дела? Да дела отлично. А ты прикинь, я сейчас наших преданных фанатов, подписчиков встретил. Фак HD канала. И что говорят? Говорят, что-то не то, не нравится им, что до конца сезона уже немножко осталось, а ты для них никакой активности и не придумал даже. Они недооценивают, потому что меня как раз таки я придумал темпу на конец сезона. Ну давай расскажи, что там у тебя припрятано. У меня тут камерка завалялась, вот такая интересная. VX200 painted, покрашенная черная. Легенда. Да, она, короче, Мукшур ее покрасил. Легендарный скейтер. Ничего себе. Вот, так вышло, она у меня оказалась, завалялась, я ее не использую. Она в состоянии не то чтобы топовом, конечно, но снимает. Я вставлю пару клипов с нее специально, тестовых. Вот, я думаю, разыграть можно среди подписчиков. А что делать надо для этого? Ну, смотрите, конкурс таков. Вот у нас на канале есть, получается, 6 обучалок. Это NoCampli 3, NoCampli прямой, что еще, Crooked, Front Nose Heel Out, Deck Check и Late Show. Да-да. Соответственно, присылайте видео, где вы вашим локальным составом локальной команды повторяете все эти трюки. То есть 6 должно быть. Ну, да-да. Если вы какой-то не можете, всем вы знаете Front Nose Heel Out, вы, допустим, не сможете. Не отчаивайтесь, можно, ну, как можно больше, в общем, сможете, столько присылайте. Присылайте 5, а не 6 трюков. Больше лучше. Главное, это должно быть в одном видео, хорошо как-то смонтировано, подано, интересно. То есть в приоритете съемка хорошая, подача материала в том числе. На камеру? Если есть камера, лучше на камеру. Ага. Если нет, у вас телефон. Да, но да. Не отчаивайтесь, присылайте на телефон. Ну, тем да. Более будет как раз стимул перейти на телефон, а с камеры. Ага. Начать свою карьеру съемочную. Почему бы и нет? Да. Сам слушай, понимаю. Интересно. Ну, на телефон тоже можно неплохо снять. Да, конечно, можно, если у меня удивительный телефон на съемках. Ну, как меня, мы все будем решать коллегиально. А когда будем решать, докуда конкурс будет? Докуда? Ну, 1 октября, я думаю, соберемся, решим, выпустим видосик, соответственно. Решать... Ну, то есть, до конца, весь сентябрь у вас есть шанс, почему бы и нет. Прикольно. Я, кстати, слышал, это любимая камера Валеры Даганадзе. Да, он сам мне говорит, выиграю конкурс. Я говорю, конечно. Во-первых, кто снимается у нас на канале, им запрещено участвовать, потому что у нас снимаются самые гениальные скейтеры планеты. Ну, несправедливо будет иначе. Это как бы справедливо. Да. Да. Поэтому, кто снимается у нас часто, запрещено. Любым другим welcome. Берите локальный крю свой, оттачивайте трюки, обучалки в помощь, плейлист отдельный там на канале посмотрите. Все, собственно, и ну мы и... примем решение, кому-то улетит эта камера. А только в парке можно снимать или в стрите? В стрите это приоритет, дополнительный балл. Но если у нас только парк, снимите в парке, ну как бы, это не минус. Просто будет плюс, если вне парка. Но если в парке, нормально. Вдруг вы какой-то там в парке через 15 у вас там рейл сделаете, крукет. Типа, ну вот, почему бы и нет. Ну, все, да, собственно, условия, я думаю, ясны. Ну слушай, классно ты придумал, я думаю, активность понравится нашим подписчикам. Конечно. Пусть катаются, дерзают, врываются. Да. Камерка давай. Их ждет. Рассудим, все грамотно. Кому-то улетит камера. Все тогда, всем пока, ребят. Давайте, удачи. Пока.